Из роскошного Дубая в невероятный Самарканд. Вот она, ваша лакшери-жизнь. Павел Воля и Лейсан Утешева представляют новый сезон полюбившегося шоу. Огромные пауки, шакалы, кобры. Это что-то за гранью невозможного. Митя Фомин, Юлия Паршута, Влад Топалов, Назима, Вики Одинцова и Сергей Гореликов. Я не думаю, что будет сложно. Да я вру, будет сложно. Сразятся с народной командой. Мы готовы, мы заряжены. И покажут, как можно выживать на широкую ногу. Что бы я так жил? Думаю, они не хотят оттуда выезжать. Нам нужно будет их оттуда выбивать. Выжить в Самарканде. 14 января в 7 вечера. На этом фоне Митя в своей шляпе. А грим уборная, простите. Вот там сток сена, видите? Супер. Премьера на ТНТ.